Двое погибли и двое ранены в результате аварии в Тарумовском районе. Накануне на автодороге Кизляр-Терекли-Мектеп, Toyota Camry, под управлением 24-летнего жителя села Невского столкнулась лоб в лоб с «Жигули» под управлением 39-летнего жителя села Кайкент. В результате ДТП водитель «Жигули» погиб на месте, а 24-летняя пассажирка автомобиля «Тойота» скончалась по дороге в больницу. Остальные с различными телесными повреждениями доставлены в центральную больницу Кизляра. Сотрудники полиции собрали материал для принятия процессуального решения по данному факту.